Фишбургер будет для вас отличным перекусом, его можно взять с собой как бутерброд на работу или в дорогу. Если вы любите рыбу, то фишбургер станет вашим идеальным завтраком, ужином или перекусом. Если вы хотите узнать, как приготовить фишбургер, то просто прочтите этот рецепт. В нем подробно описан процесс приготовления этой американской еды. Попробуйте, это очень вкусно. Если готовите это блюдо в качестве закуски на праздничный стол, то его хорошо подавать с холодным пивом или с белым вином. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Рыбку разморозьте. Если используете замороженное филе, разрежьте на большие куски, замаринуйте на пару часов в лимонном соке и специях, затем выложите на гриль и запекайте минут 15 с обеих сторон, можно обжарить на сковороде без масла или запечь в духовке. Булочки разрежьте на две равные части, по желанию можете поджарить их на огне или на сковороде, тогда они будут хрустящими. С одной стороны обильно смажьте булочки чесночным соусом. На каждую половинку выложите кусочек рыбки, она получится пряной, с интересным вкусом. Если хотите, можете присолить ее или добавить острого перца. Сверху рыбки уложите по кусочку сыра. Если у вас нет плавленного порционного сыра, то можете просто нарезать тонкими кусочками обычный твердый сыр. Ставим лайк и подписываемся. Сыр еще раз смажьте соусом, чтобы фишбургер не был сухим, вымойте салат и приклейте его на сыр, сверху положите по кружочку спелого помидора. Накройте помидор вторым кусочком булочки, приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! Такие продукты будут нужны. Филе рыбное, белое, 200 грамм, приправа для рыбы, 2 чайных ложки, сок лимонный, по вкусу, булочка, 2 штуки, сыр мягкий, 2 ломтика, помидор, 2 штуки, листья салата, 2 штуки, соус, чесночный, 2 столовые ложки, количество порций, 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем Марии удачи, и дачи у Марии, увидимся!